Всем привет! Это снова Андрей Герасимов. И сегодня мы будем делать реакцию на видео Ильи. Реакция на Мегалодон РИТП. То есть, типа, я буду делать как бы реакцию на его реакцию. Ну, то есть, вы поняли. Ладно, давайте смотреть. Ну что, ребята, всем снова привет. Привет, Ильюша. Сегодня мы будем смотреть еще одно видео от Дэна Окамото. Окамото. Мегалодон РИТП. Меня уже сразу эта картинка смущит. Мы смотрели ржачную РИТПшку. Илья, прекрати. А то уже сейчас не смешно будет. Надеюсь, это тоже будет смешно. Ладно. Поехали. Акулы. Так, а это... Ага. Это из доисторических хищников. Это по доисторическим хищникам. РИТПшкам. Какая там серия? Третья, по-моему. Акулы-чудовища. Нет, последняя серия акулы-чудовища. Ну, или акулы-чудовища. Акула-чудовища. Вот. Хищники в океане. Нихуя. Типа, не, нихера. Нихера, акулы не самые страшные кровожадные. Это касатки самые страшные. Вы это видели? Видели, видели. Акулы. Самые страшные хищники в океане. Нихуя. Нихуя. Или... Ничего подобного. Это касатки самые страшные в океане. Да-да-да-да-да, вот кто самый главный хищник во всем мировом океане. Они китов валят и все кого угодно, блин. Тут даже мегалодон их испугался бы. Аня. Не что мегалодон. Это название буквально переводится как мегалодон. Мегалодон переводится как мегалодон. Где логика? Мегалодон переводится как мегалодон. Гениально. Где логика? Логично. Мегалодон переводится как мегалодон. На его зубах длиной около 2 миллиона метров имелись опасные 2 миллиона метров. На острые ножи. Зазы похожи на острые ножи. Ай, больно в ноге! Ай, больно в ноге! Эту фразу очень часто Компот произносит. 70% поверхности моря... Море покрывает 70% поверхности моря. О, боже, я уже, ребята, не могу. Чак Чампальо. Автобус. Это был супер автобус. Супер автобус. Никогда прежде хим не оказывал такого влияния. Хик. Планету. Мама, яо, мама, хика. Заткнись. Вот именно. На добыче мегалодона были мелкие усатые гиды. Китайцы. Мегалодона стерли с лица земли японцы. По-прежнему обладает NHK его свергли. Типа, все он нахер взорвался. Господи, это смешно было. Ну да. А вы... Он превзошел мои ожидания. Ну да. И мои тоже. Мои ожидания. Действительно... Кстати, Илья, и в следующий раз сделай, пожалуйста, реакцию на этом же канале, но с другим РИТП. Гигантские уёбки. Смешно получилось. У меня тут Гарька. О, песика зовут Гарри. Кстати, какая это порода? Можешь, кстати, их полностью Короче, в каком-нибудь ребят, видео показать, смешно Илья? Смешно вышло. Если вы тоже посмеялись, то можете поставить лайк. Сейчас поставлю. Всем пока. Пока, Илюша. Ну что ж, два ролика получились ничёшные. Ну что ж, если вам тоже понравилось, вы тоже вместе со мной, с Ильёй поржали, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и всем пока.